Чудо-транспорт на подходе. Уже завтра в Ярославль привезут электробус. Об этом Первому Ярославскому рассказал директор Яргор-электротранса Сергей Щепин. До Нового года его презентуют журналистам, а уже в начале 2015-го он будет курсировать по исторической части города наряду с остальным общественным транспортом. Машина экологичная и обладает повышенным запасом хода. В городе уже установлено 3 источника питания, где электробус сможет подключаться на зарядку. Договор опытной эксплуатации электробуса рассчитан на 2 месяца.